На станции Одинцова в радиомастерской обнаружен магнитофон Полякова. Так значит, Кумов, говорите, сопротивление сгорело, да? Не знаю, не смотрел еще. А могу поспорить, что в этом магнитофоне сгорел мотор. И вы сейчас собрались его перематывать. Да ничего я не собирался. Приятель попросил взглянуть, вот я и оставил до вечера. А как зовут приятеля? Где живет приятель? Чем занимается? Не знаю. Как приятеля зовут, не знаете? Но как зовут, положим, знаю, Коля. А больше ничего не знаю. Беда. Плохую работенку организовал ваш приятель Коля. Ну хорошо, хорошо, застукали без квитанции. Государство я ограбил своей халтуркой. Ладно, короче, составляйте протокол и концы. А зачем торопиться? Вы нам про Колю расскажите. И поподробней. А больше я вам ничего не расскажу. Можете меня в своем АБХСе оштрафовать за бесквитанционку. Можете снять вот с этой руководящей должности. Не боюсь я вас. Значит, АБХСС не боитесь? Нет. А как в смысле прокуратуры? За укрывательство краденого, я думаю, одним штрафом не отделаемся. Так как? Для прокуратуры. Вспомните что-нибудь о приятеле, который сдал вам в ремонт ворованный магнитофон? Вот они, рубли-копеечки. У вас срок ремонта 10 дней. Ну так приятели, наверное, без квитанции, их завтрашнего можно сделать. Ну так что, Комов, давайте вспоминать. Учтите, я допрашиваю вас официально. И предупреждаю об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Какие там показания? Еще чего? Я чирик хотел под Колыми, чирик! Но было дело, не вышло! Откуда я знал, что он ворованный? И знать ничего не знаю! Ну, а теперь знаете. И, как говорится, с чистой совестью на волю. Но это-то вы бросьте. Я, слава богу, пока еще не в колонии, чтобы такие лозунги читать. И быть там не собираюсь. Ну, вот и хорошо. Так как дело было? Машину эту вчера два парня принесли, лет по 17, курчавые такие, хиповые. Ну, договорились за чирик, завтра должны забрать. Откуда я знал, что они его сперли? А что за хипы? Почему они к вам пришли? Может, местные? Думаю, что да. Почему так думаете? Да видел их в поселке пару раз, на платформе электрички, возле дискотеки отирались. Стас, вот они. Это ваша вещь? Да их машинка. Они мне ее принесли. Чья именно? Твоя или твоя? Общая наша, моя и его. Где взяли? Купили. Где? В электричке. Когда? Позавчера. У кого? С усиками. Да, что такое? Ну, мы же заплатили. Почему? Запиши. Ага. Поехали. Отцы. Ну, я-то могу идти. Ты? Нет.